Кування, ось ця дівчина змушує свою подругу ще раз і ще раз прискіпливо вислуховувати, чи справді добре вона співає. А все тому, що саме подруга ледь не соломіць притягнула Аїду на X-Factor. Говорю, Аїда, йдемо на кастинг. Ні, все, я не пойду, вже там чи не стара бабушка. Прийшлось надавати їй по голові і привести за руку силою. Співати Аїда любить як ніщо інше. І мріє потай про сцену. От тільки дуже бентежить дівчину те, що співу вона ніколи не навчилася. У нас в місті я не знайшла преподавателя, к сожалению. Поэтому дома. Займаюсь дома, беру пісні, учу їх. Дівчина розуміє, цим вибагливих суддів X їй точно не задовольнити. Та порушити слово дане подрузі вона не може, тож попри усі свої сумніви прямує за лаштунки. Ми виясняємо історію твоєго попадання в X-Factor. Угу. І я зараз якраз розбираюсь, на якому етапі ти одразу ж согласилась. Ну, ти, я так розумію, що подруга позвонила тобі і сказала, так, собирайся, дорогая, поедешь на X-Factor. Примерно так было, да? Да, именно так было. Мы приехали уже, когда взяли билет, я поняла, что уже обратно пути нету, надо пробовать же делать. Молодец, я просто горжусь вами, вы молодцы, так и нужно делать. И, собственно, любой опыт, он есть положительным, правильно? Да. Но я хочу тебе пожелать удачного выступления, чтобы мы с тобой порадовались. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, Аида. Здравствуйте. Что вы нам споете? Гагарину, Полину Гагарину. А какая вещь? Колыбельная. Да, колыбельная. Одразу двоє суддів запідозрили Аїду у використанні фонограми. Ви можете нас подивувати будь-якою піснею акапелло? Ні, ету же, ні? Ету же? Ету же. Ету же тільки акапелло. Продовжайте піти. Та чи зможе дівчина ним скористатися? Розгані, ти тоскова мені. Спокойно у меня в душе. Попроси у облаков подарить нам белый снов. Ночь плывет и
Аида, на самом деле комплименты говорить труднее, чем критиковать. А, вот. Ну, потому что когда все хорошо, и так все ясно. Чего разглагольствовать? Чего упиваться словоблудием своим? Не понимаю. Замечательно все было. Просто. Спасибо. Мы остановили вас потому, что я не поверил своим ушам. Мне показалось, что вы поете под фонограмму, что на вашем голосе есть эффект. Но у вас такой волшебный тембр, и вы настолько умело пользуетесь голосом, что это звучит как диск, как аудиозапись, как готовая аудиозапись коммерческая. Понимаете, в чем дело? При слове «коммерческое» вздрагивает Кондратьев всегда. И поэтому следующий комментарий от него. Спасибо. У вашого голоса є чарівний ефект викликати симпатію. І я не є виключенням, я кажу вам так. Спасибо. Невероятно здорово. И глаза, и внешний вид, глубина невероятная. Я говорю вам да. Спасибо. А еще вы очень красивая. А я не знаю, как вы этого не сказали, красивая девушка. Мы боимся это сказать. А я не боюсь. Я об этом сказал сразу. Я ничего не услышала. Вначале. Короче, Аида, у вас 4, да? Спасибо. Проходите. Большое, спасибо. Ну ты уж... Я не ожидала совсем. 4, да, я не ожидала. А что ты ожидала? Ну, не знаю. Как ты это представляла себе вообще с таким голосом? Не знаю. Ты боялась больше всего? Очень много участников хороших, очень много. Ты кого боялась больше всего? Наверное, Серегу. А он так сказал, прямо ах. Даже ничего не поругал. Да. Странно. Ты не занимаешься вокалом? Ну вот последнюю неделю меня моя кума распевала. Чтобы я... Откуда же способности такие? Что это такое? Не знаю, наверное, от бабушки. Я тоже Аида звали. Самородок какой-то такой, ископаемое такое. Спасибо. Аида, сейчас плакать буду вообще. Молодец, умничка, спасибо, молодец. Спасибо большое. Поздравляю тебя. Спасибо огромное, девчонки. До встречи в лагере. Спасибо. До свидания. Аїда не тямить себе від щастя. Вона й уявити собі не могла, що все складеться саме так.